Продолжаем выпуск. Ангарск посетила делегация из Новосибирска. Сюда приехали представители дополнительного образования. Во дворце творчества детей и молодежи проходит педагогический форум. Директор учреждения Ольга Синюкова знакомит гостей с организациями доп. Образования округа. Цель, с которой коллеги приехали в город Ангарск, посмотреть нашу систему дополнительного образования, рассказать о своей, обменяться опытом и, конечно же, новыми идеями для того, чтобы появились новые совместные проекты, в которых будут принимать участие наши ребята. Гостей из Новосибирска ждет обширная программа. В нее включено знакомство с городом и экскурсии по знаковым местам Ангарска. Встреча в очном формате состоялась впервые после пандемийных ограничений. Педагогические коллективы Ангарска и Новосибирска дружат уже почти 10 лет.